Хороший вопрос. Интересно, значит ли то, что я сейчас не могу на него ответить что-то? Как объяснила бы я? Документальное кино – это возможность показать человеку непридуманную историю. То есть не придумать из головы какой-то сюжет, там, да, вот, потому что вы настолько все привыкли к коммерческому вот, кино, к художественному, что просто уже сложно понять, что такое документалистика. Документалистика, она может быть репортажная, она может быть, не знаю, какой-то там, ну, те же телевизионные форматы, да, заказной, а может быть живой, затрагивающий какие-то вот проблемы вокруг нас. Фильмы-портреты о тех же людях, о тех же писателях, актерах. То есть вот другая сторона кино. Вот.